Всем привет! Это ролик опять об информации. Напомню всем заинтересовавшимся, в прошлом коротеньком мы обсудили, что такое информация, которую вы знаете. Ну, всем известно, да? 2 плюс 2 равно 4. Вы точно это знаете. А второй тип. Информация, которую вы знаете, что не знаете. Например, вы знаете, что есть наука тригонометрия, и там есть синусы, косинусы, и что это такое, вы не знаете. Вы знаете, что вы это не знаете. А третий тип, который был озвучен, это информация, которую вы не знаете, что не знаете. Представьте себе, это совершенно неведомая, неизвестная вам информация. И четвертый тип есть еще. Информация, которую вы не знаете, что знаете. Это информация, которая хранится в вашем подсознании.